каникулы, лето, школы нет. И тут нам в чат пишет руководитель нашего медиа-центра. Бегом в кабинет директора. Погода была чудесная. Днем во втором часу дети медиа-центра были уже у Константина Александровича. Смотрят, полянка прекрасная. На полянке бумаги официальные и надписи непонятные. То ли дипломант, то ли лауреат. И тут директор. Присаживайтесь, скоро начнем. Было напряженно. Ведь никто не знал, зачем мы тут. Оказалось, мы не зря работали дистанционно и получили награды. Но это было в строжайшем секрете. Вот какая истина прекрасная.